Продавец и покупатель. Ага. Что ты, смотри, какой здесь. Ну что вы там щупаете, молодой человек? Я просто ищу подарок супруге. Она худая у меня просто, но ест много. Надо что-нибудь такое оригинальное. Есть много? Как у нее зубами челюсти? У нее уже вторая вставная челюсть. Это очень хорошо. Ну что я вам рекомендую тогда? Голландские зубные палочки. А посмотреть можно? Ну конечно, вот пожалуйста, смотрите, их 100 штук. Да, выбираем. Надо же. Ну уже тычьте уж, проверяйте. Ну прямо сейчас, да, конечно. Неудобно тыкать. Да ладно, что, при мне все можно. Будьте добры. Ну и как тычется? Ой. Да, как тычется, хорошо? Вы знаете, в принципе, как наша, но как-то легче. Ну, конечно, это же голландский. Идет легче, да. Идет легче. Но я что-нибудь другое, спасибо. О чем вы говорите? Палочки берем. Мне это не надо. А кто мне сейчас это покупать будет? Здесь замыслили, здесь палочки затронули. Кто мне сейчас это купит, дорогой? Вы сами сказали, попробуйте. Ну, так правильно, я же попробовала, что в этом случае, если вы купите их, я не собирался, я просто протестировал. Так, Дима, Олег, клиент буянит, закройте дверь. Все. Что ж, все, я заплачу. 18 537. Смотреть надо, в этот комплект палочкам входит столовый набор, полотенце и холодильник Минск. В Минске бывали? Нет. Купите будете. Дима, Эдик, где же двери? Мне. Буянит пациент, что еще? Что? Плохо. Мне очень плохо. Возьмите конфетку. Что за конфетка? Конфетка с волокордином. Ну что, легче? Ну чуть-чуть полегче. 1500 рублей. Почему так дорого? Мама! Не мама!